Всем привет, друзья! Сегодня будем делать полезную самоделку из обычной пластиковой канистры. А точнее, нам понадобится пара 20-литровых канистр. Хочу сказать сразу, я их не покупал, мне отдал их знакомый тракторист, который не знает, куда их девать. Ну а если канистры покупать, то самоделка теряет всякий смысл. На самом деле их несложно найти, просто поспрашивайте у знакомых, и может у них или у их знакомых есть канистры, от которых они не знают, как избавиться. Имейте это в виду. Ну, давайте приступим к делу, включаю ускоренный режим, приятного просмотра.
И так получилась тумба с выдвижными ящиками. Буду класть туда различные метизы и некоторые инструменты. Самое главное, что ничего не покупал, кроме ручек и ящиков. Канистры, как я уже говорил, мне отдал знакомый тракторист. Ламинат остался от ремонта. Для красоты расщедрился на баллончик краски, но можно и без него обойтись. В общем, получилась халявная тумба. Напишите в комментариях, как вам такая самоделка, и может есть идея, что можно еще сделать полезного из пластиковой канистры. На этом все. Если понравилась идея, то поддержи меня лайком, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем хорошего настроения, всем пока!